Здравствуйте, друзья! 14 октября стартует последний в этом году поток кулинарной школы «Хорошей хозяйки». Я вас всех приглашаю в эту школу. Она необычная, но в большинстве кулинарных школ, курсов учат готовить. В этой кулинарной школе мы не только учимся готовить. Во-первых, она создана для женщин, которые каждый день готовят для себя и для своей семьи. А нам, женщинам, нам не столько важно количество блюд, которые мы готовим, не столько важно, насколько они там соответствуют каким-то технологическим картам, нормам, стандартам. Нам важно, чтобы, во-первых, еда была полезной и вкусной, а во-вторых, мы тратили на ее приготовление минимум времени, сил и денег, потому что каждый день готовить для себя и для своей семьи – это совсем не то же самое, что готовить какие-то праздничные блюда иногда по праздникам или по выходным. Мы хотим, чтобы повседневная готовка она была быстрой, легкой, чтобы оптимизировать все процессы, которые с этим связаны. И в этой кулинарной школе будут не рецепты. Рецепты тоже будут, но не они главное. Главное – это оптимизация процессов, главное – это кухонный тайм-менеджмент. То есть мы будем учиться составлять меню, будем учиться планировать покупки так, чтобы в магазин достаточно было ходить один раз в неделю. Будем учиться составлять списки продуктов. Освоим заморозку. Жизнь современной женщины без морозилки, она, конечно, гораздо тяжелее, чем если вы используете по полной программе возможности морозилки, замораживаете не только какие-то продукты летом, например, зелень или ягоды, но и замораживайте домашние полуфабрикаты, готовую еду. Этим все мы тоже будем заниматься в кулинарной школе. Еще мы будем учиться выбирать продукты, потому что вкус блюда, он зависит не столько от рецепта, не столько даже от того, из какого места руки растут, он зависит от качества продукта в первую очередь. И вот выбрать правильное мясо, например, для стейков, правильные баклажаны, например, для мусаки, да, то есть какие-то продукты, понимать, для каких блюд, какому блюду они соответствуют, какие пряности во что, в какие продукты, в какие блюда использовать. Это все тоже очень важно, и этому тоже будем учиться, выбирать качественные продукты, выбирать полезные продукты. Тоже один из блоков программы кулинарной школы этому посвящен. Еще будет блок для суперхозяек, которые хотят все успевать и любят все оптимизировать. Он называется «Три блюда за 30 минут». И он будет состоять из рецептов, которые применимы в наших российских условиях. То есть есть действительно много программ и много и интернет-ресурсов, и YouTube-каналов, где обещают готовить быстро, обещают этому быстро научиться и научить быстро, но когда такие рецепты берутся в жизнь, то оказывается, что или они очень сложные по составу ингредиентов, нужно там много что-то находить, там хобот мамонта, язычки калибри, либо они неприменимы в наших условиях, либо очень долгая какая-то подготовка идет, либо специальное оборудование. Так вот, у меня в кулинарной школе оно все очень приближено к реальности и к тем условиям, в которых мы, женщины, вообще готовим, к тому оборудованию, которое у нас есть на кухне, то есть не конвектоматы, не вакууматоры, а обычные духовки, сковороды, кастрюли. То, что мы можем реально использовать. Очень земная, очень практическая кухня. Вы, попав уже в кулинарную школу, вы буквально с первой недели начнете перестраивать те процессы, которые у вас сейчас связаны с кухней. И я говорю не только о приготовлении еды, но и о процессе, который до, например, планирование меню, покупка продуктов, организация кухни. И после приготовления еды, что следует за тем, когда вы что-то приготовили, да, то есть как следует уборка, следует организация пространства на кухне, следует хранение готовой еды, в том числе, которую вы приготовили. В общем, все это будет в кулинарной школе, и это последняя школа в этом году, и она будет предновогодняя, и это тоже накладывает свой отпечаток именно на эту школу. Мы начинаем 14-го. октября и заканчиваем перед самым Новым годом. И весь последний месяц кулинарной школы у нас будет такой праздничный. Мы будем готовиться, в том числе к Новому году, будем заранее готовить какие-то блюда, заготовки, чтобы войти в этот праздник без суеты, без спешки, с улыбкой, получить удовольствие не только от обучения в кулинарной школе, но и от всего процесса, связанного с
приготовлением и подготовки к праздникам. Поэтому я вас всех очень приглашаю. 14 октября мы стартуем. Запись можно, записаться можно и прочитать программу, и узнать подробности, и задать мне какие-то вопросы. Может быть, вас интересуют какие-то детали, связанные с кулинарной школой, и не только. Можно по ссылке под этим видео или в комментариях под этим видео. Жду вас всех. Пока!